Так, посмотрим, что тут у нас есть. Так, тут в карте никто со мной играть не будет, да? Ну что? Розыск могут сделать. Так, кто-то там уже кого-то режет. Не понятно, кто кого. Посмотрим у лавочника, что тут есть. Так, ну я 5 долларов. Ну, в принципе, надо сейчас заработать деньжат немножечко. Поехали, лошадка. Так, вот это тут что-то есть. Ой, там мужик внутри. Wanted Lee Hop Dong, Chinaman. Former railroad gang boss is being sought for the sale of tainted opium. Last seen west of Piper Lake. Known to travel with bodyguards. 20 долларов за живого китаёзу? Это можно. Ли Сунь Хунь Чай. Поехали, поехали. Достанем китаёзу. Так, тут тупик. Значит, мы поедем вот в обход. Может, даже золотишко найдем немножечко. Что золотишко мне пригодится. Оно здесь никогда лишним не бывает. Так, вот здесь я могу выиграть. Так, это что это? Сопротивление что-то. Воу-воу-воу-воу. Кто же из вас? Ли Сунь Хунь. Кто кого взорвал? Так, это не ты. Запросто. Это было довольно просто. Так, то пойдем возьмем нашу лошадку и поедем дальше. О, как раз плакат розыска недалеко. Оп. Wanted. Lulabelle Siddons, aka Bloody Bell, for castration of a well-known public servant. Ой-ой-ой. It is believed she has fled to the southern plains. She is sentenced to suffer a similar fate. А, мертвую, значит, доставить, да? Казнить на месте. Не вопрос. Это не так уж и далеко отсюда, в принципе, так что сделать можно. А там же где-то еще серый волк был, я помню, большой ходил. Так что, возможно, даже у него получится срубить немножко награду. А вон эти бабешки. У меня вот снайперская винтовка. Так, кто из вас является этой? Так. Стой!
Отлично. На тебе. Ничего не ускользнул, я их прихлопнул. Прекрасно. Так, надо сейчас аккуратно ехать здесь, потому что, мне кажется, где-то тут серый волк ходит. А вон он, серый волк. У меня стрел-то нет. Надо обратно ехать. Надо обратно к индейцам заскочить, потому что у них был патронтаж как раз для лука. То есть потом я сразу смогу шлепнуть этого волка. Хоть он мне и ничего не сделал такого, но за денежку тут это надо будет выполнить. Хотя мы можем сейчас взять задание, если оно будет. Да, оно тут есть. Wanted, Tobias Wood. Alias Toby the Torch, former mayor of Dodge City. For the attempted arson of that town. Suspected to be in the city limits yet. Peaceful resolution preferred. Shoot on sight if necessary. $20. Хорошо. Но сначала надо стрел набрать, колчан. У меня тут ничего нету уже. Прекрасно. Теперь можно в обратную сторону ехать. Только патронов маловато, конечно, но я думаю, мне хватит пока что. В принципе, тут территория не очень большая, поэтому передвигаться довольно легко. Особенно на лошади. Они скачут быстро. Да и бандюки особо не заставляют где. Так, то серого волка можно здесь сейчас не видеть, потому что навряд ли он будет здесь. Ну, потому что сейчас миссию выполняю. Побочную. Turn myself in? Never! Killing that whore was my one reason for living. You robbed me of my revenge. И? И чё ржёшь? There's only one solution. You die. Burn, baby, burn. Вау, сколько сообщников. Топчиков, конечно, многовато. Ах, ну и что, ты последний остался. Задержать. Так, ну с собой я, пожалуй, еще говорить не буду. Ой.
Так, а серого волка не видать тут? Ладно. Мы поговорим со связанным шерифом потом. Last seen near Magruder's mine. To be considered armed and very dangerous. Must be apprehended alive. $20 за живого. Поехали. Да, вот этот каньон довольно жуткий, а так те прерии довольно красивые. Вау. А родник Магрузера у нас где-то в этой части. Так, тут ничего, да? Может быть, тут просто где-то есть это... Золотишко. Нет? Ну ладно. Нет, так нет. Мы едем дальше. А рудник Магрудера у нас вот здесь. Ну, не бей мою лошадь. Так. Отлично. Только лошадку жалко. Так, ну, что ж. Нам нужно в Empire City вернуться. Проверить, может быть, там что-то есть. Какие бандиты еще? Это что-то бандиты? Какие бандиты? Это мусор. А это золото. Так, где моя лошадь? Поехали дальше. А патронов уже мало очень. Но я думаю, ничего страшного. Так, пока спрячем оружие. Ой, а розыска уже как не бывало. Ну ладно, съедем до Эмпайра. Закупимся немножечко. Вы надоели, бандики. Как раз нужно это пополнить амунайшун мою. Так, опять кто-то кого-то долбит, но это меня не особо волнует. Так. Ну вот, два этих осталось. Улучшение. Это мне надо еще $85 заработать. Сколько много патрончиков, 45 штук. Но я думаю, пора сохраниться на этот раз, чтобы не потерять наш прогресс. Отлично.